Здравствуйте. Вот рисую портреты, вот если хотите за 5 минут, ну за 7 рисую. Давайте. Ну давайте. Только не соскакивайте, ладно? Ладно. А то там я начинаю что-нибудь делать, а люди это убегают. Хорошо, давайте. Так, сейчас. Карандаш у меня такой, какой-то вот такой сейчас сделаю. Ой, какой он мягкий. Слишком мягкий. Так. Ну, я это, что-то у меня как-то вот женские лица не получается, поэтому вы сильно не ругайтесь, если что-то Да вот не ладно. так. Как-то вот два портрета последних неудачных, а парни хорошо получаются. По правде. Я просто не рисовал лет 20, поэтому сейчас вот хочу ролики делать. Ну и вот тренируюсь. Так. Так, а здесь надо аккуратно. Брови в разлет. Здесь тоже в разлет. Ах, тут как соболиная прямо загибается. Глаза. Глаза — зеркало души. Глаза отличные. Подведены здорово. Только можно вот эти вот стрелочки сделать, и сразу будет узнаваемо. Да. Так. Здесь тоже соболины, а потом они сходят на нет. Потом вот здесь. Так. Так. Так, носик. Здесь. Так, колечко обязательно. Это характер. Я только за. Я за оригинальность и за это. Чтобы оно как-то это было необычно. У меня еще не было ни одного натурщика, который был бы с колечком. Улыбка у вас замечательная. Сейчас мы сделаем, чтобы как-то... Ой, замечательно так. Вы добрый человек, хоть и кольцо в носу. Это я вам точно могу сказать. Так. И мне нравится овал лица и ямочки. Чудные ямочки. Знаете, это девчонкам-то не угодишь. Они же это очень такие привередливые. Я вот это осознаю, но это сложно, вот когда угодить всем. Да. Ну ничего, я так и попробую. Так, здесь. Здесь так. Так. Так, ну теперь будем делать глаза, зеркало души. Ну и, конечно, стрелочки. И еще тут. Ну, стрелки-то убивают, а они, смотрите, какие сложные. Там еще есть века. Вот. Ну, такой жизнерадостный образ получается. Сейчас попробуем доделать. Вы не сердитесь сильно, если что-то вам не нравится. Да Вы нет, можете очень это... красиво. Ну, тут не то, что красиво. Я ищу просто лица интересные в рулетке. А сейчас же не найти ничего. Как же мне вот этот колечко показать деликатно, чтобы было? Так. Очень-очень нежный нос такой. Сейчас. Вот так. Я специально делаю как бы ударение на колечке, потому что это ваш характер. Так, сейчас мы губы. И они такие тонкие. И я их немножко заверну и вверх, да, чтобы как-то было такое выражение. Беззащитное, кстати, у вас выражение. Несмотря на вот это вот, вот это вот. А волосы очень красивые. Прямо один к одному. А для меня, кстати, волосы — это очень важно, потому что они характеризуют человека, понимаете? Я не буду все до конца делать, я просто обозначу, что они большие, интересно. А вот тут вот прям отдельные волосиночки такие.
Здесь я сделаю тень, здесь я тоже тень сделаю, здесь вот так. Вот, и вот здесь немножко вот все-таки придется глаза утопить, потому что вы сами понимаете, у вас расцветка там такая необычная. Это мы подотрем, чтобы никто не пугался. Ой, какое трогательное выражение получается. Поэтому я говорю, у вас беззащитное выражение. Не бойтесь, у вас все будет хорошо по жизни. Вот, так что это. А тут вот плечо обозначу. А здесь вот так. Вот. Я делаю ролики на YouTube. Если у меня получается портрет, и люди соглашаются, я потом выставляю, и кто хочет, свои изображения забирает прямо оттуда. Ну, в смысле, распечатать там еще как-то. Так что, как-то так. Так. Вот так мы посмотрим. Это все в тени. Это здесь. Это вот так, это вот так. А как вас звать? Катя. Катя. Ну, чудесное имя. Я здесь напишу Катя, хорошо? Да. А откуда? Из Челябинска. Челябинск. Ну, такой быстрый набросок, посмотрите, вот. Очень красиво. Ну, не так, чтобы не красиво, но характер какой-то есть. Немножко глаза, конечно, сейчас еще подделаю, можно. Все-таки они более выразительные, более такие стреляющие, я этого так сказал. Вот я на них сейчас делаю акцент. И еще брови поправлю. Все-таки вот эти кончики у вас такие темные, забывается красота. Вот так, да. И здесь вот так. Только вы это не грустите так уж сильно. Что-то прямо грустное вы. Ну почему? Ну не знаю, мне так кажется. Колечко я отрисовал, чтобы было видно. Вот так. Очень. Вот теперь глаза хорошо. Да, все нормально. Так, еще с ямочки. Тут-то я ямочку не сделал, это характер. Вот так. У меня с ямочки, вы первая натурщица, которая с ямочками, по правде. Можно, если все получится, я вас выставлю в ролике? Да, конечно. А где Спасибо. Посмотреть можно? А? Где посмотреть можно? А, посмотреть? Сейчас где-то у меня... Я не могу-то вот эти ссылки, не умею их делать. Я это девчонкам написал, вот. Смотрите вот здесь. Хахонин арт. Это название канала на Ютубе? Нет, это канал, да, на Ютубе. И там я выставляю вот ролики, кто удачно получается, я спрашиваю разрешение, и мы с ними как бы вот я... Ну, чтобы люди могли сравнить, какой человек и какой это. Чудная у вас улыбка. Хорошо. Спасибо вам, что вы не соскочили. Вам спасибо за такую красоту. И потому что это... Вот я прямо скажу, что девочки с кольцом у меня не было, и с такими ямочками тоже. Поэтому я потом еще подделаю немножко, потому что это, ну тут, видите, вот тут вот надо подтереть, какой-то образ создать, чтобы вот какая-то мягкость появилась. Ну, вы сами понимаете, за 5 же минут это очень непросто, поэтому вот так. Вот и так. Очень красиво. Так. Спасибо большое. Спасибо вам. Заходите, смотрите. До свидания, всего хорошего. До свидания.